Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, делаем заказ победителя розыгрыша в телеграм-канале, ребятки. Поехали, друзья! Переводчик на месте, ребят. Переводить буду сама. In power, it's all about power. Squeeze two numbers together and really all you have is sour. Diesel, niggas will smoke your ass and have the juice. Riding around in an all black coupe, couple of pigeons. Ребятки, молодежь собралась. Мы-ка собрались на конкурс красоты. Вот, ребятки. Не знаю, как они пройдут конкурс или не пройдут. На там кастинг, надо... на кастинге. Да, на кастинге, да, именно на кастинге. Сейчас надо пройти кастинг. Во-первых, на этом конкурсе надо петь уметь, читать, ребятки, танцевать. Вот начался кастинг. Скажи, классно читает, да? Голос красивый, да? Вообще интересно, да? Интересно прям слушать новых исполнителей. Вот я, по-моему, его не помню. Что-то я смотрела, но нет. Fuck is the house, look at your path. Bitches a rap, Sierra my witness, I'm big for a nap. Young and a wrestle, return with the pads. King in addition, put on the gas. None of you niggas is like in that jazz. Both team in the Glock and the cyber's a gas. Great gun, particles, talking back to particles. Hey, stand up, 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 stand Боже, как много тембров, да, скажи. Вот интересно, когда слушаешь много, да, тембр какой тоже, да. Mm-hmm. Вроде поменьше ростом, да, вроде по стране, да, человек. Кажется, он должен другой тембр быть, да. А у него такой голос такой, такой, да. Ребят, ну посмотрите, вот молодежь сейчас, да, любит все цветное. Посмотрите, вот тут вот трусишки оранжевые, да? У этого сумочка какая, да, оранжевая, шарик фиолетовый. Понимаете, сейчас у них тренд, наверное, да? Что именно все цветное носить, да, ребят? Он хочет первым меня занять. Ты со мной не тягайся, как бесполезно. Как я тебя сейчас заделаю. О, ребят, третий. Волосики-то красные, ребят. А? Другой цвет, ребята. Очень бриллиантики на волосики налепил. Слушай, все равно интересно не смотреть, да. Как они одеваются, ребят? Как они делают прически, да? Это старые. Но у них выбор есть: или такую прическу, или вверх расти будет. Значит, можем просто коротко постричься. Нет, ты что? Не получается? У афроамериканцев, видишь, волосы дыбом растут. Видишь, у него немножко, они же дыбом пошли. Если он не будет стричься, у него волосы будут как у друга Арнольда. Помнишь, который сапог на голове носил? На него похож на Арнольда друга. Мультик, ребят, кто не видел фильм? Да видели все. Как называется? Эй, Арнольд, все знают. Эй, Арнольд, посмотрите, интересно, ребятки. Слушай, ну все равно мешает. А эти... благодаря дредам они вниз, видишь, падают. Нет, все равно дреды мешаются. Ну мешаются, они в глаза лезут. Ну им норм. Ну мешаются все равно, они волосы тянут. Голос классный, интересно, с хрипотцой немножко, да, голосочек? Диджей Бирдас. Тихо-тихо. Арнольд вышел. Джеральд, друг Арнольда. Да-да-да. Чебурек. Чебурек. Чебурек? Да, чебурек. Чебурек.
you kiss me twice. Young savage, bitch, and I don't play around with no switches. I just smoke the wood, bitch, I'm from the hood. Five, six, go to Crest Road, you can't go there. 21 gang, bitch. 21, 21, 21. I'm in NYC, I think I got a fucking shoulder. Yeah. Hold up. Roll it on my wrist. Roll it on my beach. What? 30 on my waist. What? 30 to your face. What? 60 to your face. Yeah. 90 to your face. Yeah. That's a closed case. Yeah. That's you a closed case. Man, you washed up. What? You washed up. I got my car washed up. Washed up. Motherfucking nigga rock. Motherfucker. Then I put up in a motherfucking bridge. Motherfucker. 21. Ну вот еще вариант прически. Классно, интересно. Это как трицератопс. Или как там динозавр называется, с такими штучками. Охренеть, как он их так завернул, а? Смотри. Ну, шикарные голоса. Скажи, ну, классно читает рэп, да? Ну, классно читает. У каждого своя изюминка, скажи, да? Ребят, что получается? Меня тоже вот, ребят. Так, ребят, что скажу? Мне очень понравилось, ребятки. Мне нравится, когда читают рэп, ребятки. Вы знаете, я любитель рэпа, любитель батлов. Это, ребятки, рэп, но я не на нашем языке, на иностранном, да? Угу. На английском, да, наверное? Угу. Мне нравится, ребятки. Каждый рэпер индивидуально, ребятки. Как они одеты, интересно, да? У каждого все свое, да? Одежда, прическа, голос, ребятки. Манера исполнения, да? Но у них бит один был, да? Угу. Один бит, и каждый читал под этот бит, ребятки. Мне понравилось, очень понравилось. Спасибо заказчику, познакомилась. Пока, друзья.